Здорово, Бистич, напиши Шусу, чтоб пошел в НХЛ заеб... Понял, братан, Рустам, ни слова больше. Все, пишу, Максим, срочно подрубай НХЛ. Я уже пишу на своей руке. Там Рустам, очень важный Рустам, попросил. Все, он говорит, заебаль. Все, отправляю через свою руку, честное слово. Говорит, подрубит, все, жди. Заходи на канал, жди. 1 апреля. Да, по-моему, и до этого было. 1 апреля Дискас вроде бы как раз поменял нормальный ник 1 числа. Почему все вверх ногами? Это типа... Что? Дискас, почини, пожалуйста, мне все вверх ногами. Когда они клоунами были, да, было забавно. Что это звук? Я не успел зайти, а у меня какие-то звуки. Меня забанили уже? Это походу бан пришел. Пиздец. Не успел зайти, уже забанили. Это шрифт оно сделали? Да. Фиксит, я думал, это на 1 апреля специально. Дискас, ты в чате? Дискас. Давайте звать Дискаса. Узнал от копов, что Марви умер. Больше инфы чуть позже будет. Ё-моё. Ё-моё. Земля пухом. Блин, Дискас написал, нажимай на Enter и ушёл. Ну, ё-моё. Так, где мы нашу машину оставили, я не помню. Её угнали, что ли? Ёбаный врат, серьезно, ее угнали? Или Крамер перегнал? Я не думаю, что Крамер угнал. Бля, мне машину спиздили, серьезно? Серьезно. Какому, блядь, долбоебу нужна моя машина? Закрыт. Думаешь, я ее не закрыл, лол? Ты до сих пор в розыске, за что? Ты вчера не ту машину взял? Блять, и что делать? Я сейчас закажу такси, приедет опять какая-нибудь там ненормальная, блядь, попросит $1000 за... Хотя нет, она за это попросит 1005, блядь. Вот за такое расстояние мне 100% скажет: почему ты так мало предложил денег, давай на 5000, блядь. Это пиздец, блядь, лучше пешком пройти. Пошли пешком. Ебал в рот такси. Кроме, конечно же, моего такси, потому что он единственное дешевое, блядь, во всем городе, которое хотят задушить. А где мы были, когда мы выходили? У больницы вроде бы, да? Где стояло две машины? Блять, я помню, мы вышли через дорогу у больницы вроде бы, да? Больница. О, больница, да, верхняя, значит, больница. Она все-таки у нее. Потому что вдруг это, блядь, другая. Ну что, чат, ну рассказывайте истории, побежали. Буду читать ваши истории. Как вы провели 1 апреля? Какие смешные шутки вам рассказали? Ходить полезно, гуля больше. Ну, прокачаем стамину. Да не, в пизду, типа, блин, я не знаю, я не хочу платить все свои деньги за такси. Эй, чего ты взял? Мне сказали, я приемный. А шутки какие были? You fucker, motherfucker. Ё-моё, если грабануть хипстера на велик.
Ё-моё, так им даже не надо, у них целых три. Ё-моё, так у него еще и ног нет, ему точно не нужен велосипед. Бля, братаны, вообще охуенные велосипеды. Супер, вообще у меня такой же был, когда мне было 8 лет. Это тоже в теме. Я возьму, покатаюсь, кружочек, да, спасибо? Я кружочек. Ё-моё, спасибо, братан. Хардер П, блядь. Я кружочек. У моего друга также спиздили велик, я как бы опытный. Это не я спиздил, если что. Он встал и так я излечил его друга еще, а он неблагодарная свинья. А еще у меня была история, когда мы с другом, короче, я в классе, наверное, еще в пятом, шестом примерно был. И мы с моим одноклассником много мы дружили и ходили во двор, который находился там пару километров от нас. Там у нас девочки-подружки жили, и мы к ним ходили во двор. Вот, и чтобы туда попасть, надо было идти через пустырь. Это в Севастополе было. И один прекрасный вечер, у меня, кстати, тогда Samsung был еще, iPhone даже не было. У меня Samsung был i710, что-то такое, если не ошибаюсь. КПК, блядь, это был одни из таких неплохих первых КПК. У меня даже стилус был, блядь. Вы представляете, телефон вот это вот, экранчик, у меня вот эта специальная ручечка была, которую я вот это, блядь, нажимал, тыкал, ебать, в школе просто все охуевали. Ну, короче, и вот так вот мы пиздуем, короче, вечером от девочек через этот пустырь. Ну, я по телефону говорю с одной из них, и тут подходит челик, типа, такой высокий, взрослый, там, лет 22, наверное, года, ну, я не знаю, 20 с чем-то, короче. И говорит, ебать, ребят, дайте позвонить. А я говорю по телефону, говорю, не, говорю, чувак, я говорю по телефону, отстань. А мой, ну, он говорит моему другу, говорит, а симку свою ставлю, все сравним, симку сразу вставлю, денег не надо. Бля, я устал, что ли, крутить педали? Да. Давайте остановимся, подышим. О, прыжочек обманул. Вот, и этот челик говорит, давай я симку ставлю. Ну, мой друг дает, но он прям, знаете, давил даже, скорее. Мой друг дает телефон, вставляет симку, начинает, короче, там говорит, алло, пипега, пипега. И просто берет так и начинает идти от нас вперед. Мы такие, эй, чувак, типа, а телефон? А он такой, хуяк, телефон прячет в карман и достает, блядь, нож-бабочку просто. Хуякс говорит, блядь, пиздуйте, типа, вам жизнь, что ли, недорогая? Ну и мы попиздовали. Так мой друг потерял свой телефон. На капслока своришься? О, спасибо тебе большое, Москвинсик. Ё-моё, ты сейчас ускорил мою поездку в два раза. А у друга телефон был Sony Ericsson какой-то, не помню. Но пиздатый. Это свой берег, ну да. У меня, кстати, пиже было. Мать, криминал. Нет, пиздец. Но зато после этого мы с моим другом вместо уроков ходили в милицию и смотрели ребят, там, приводили школьников, которые хулиганы, и ставили у стенки, и мы опознавали, это он или нет. ХП теряешь? Не, это не ХП теряю. Не может быть, что я потерял ХП. Короче, входная дверь у меня 1060. Самая крутая. Прошло пару лет, и нижний замок клинит. Так как разобрался, ушел по делам. Возвращаюсь в базу, сменил домофон, входная дверь. Я в ахуе, уведомлений никаких не было. Об этом теле знала только соседка, которая теперь... Сейчас. Так, я в ахуе, уведомлений не было никаких. Об этом деле знала только соседка, которая теперь более не живет в этом доме. Окей. Выцыганил ключик от домофона, открываю дверь, бац, закрываюсь на нижний замок. Он же с придурью, нахуй его откроешь. Потом еще бац, и второй же поворот. Теперь запер дома, считаю, что домашний арест. Наиболее смешно то, что производители все, более не существует, и гарантийного обслуживания нет. В конечном итоге нижний замок пришлось рассверливать, минус 2 рублей, 5к на замену замка, так как дверь надо разбирать. Нихуя себе. Нихуя себе. Блин, а... Изнутри же вроде легко... А, ну блин, если ты не можешь открыть дверь, да? То тогда ты не можешь никак нормально его достать, замок поменять. Привет, Юся. Стрел, Любовь? Не, не смотрел еще. Ё-моё, смотрите, байкеры едут, 5 человек, аж нихуя там. Культ байкеров. Чё по Апексу? Пока шо... Ничего. Ё-моё, там универс, машину...
По камерам... А, там ебать, полиция, короче, решает эти. Ебать, он быстрый. Ты решил не ждать Сару и сел на велик? Да я знаю, что Сара мне загонит цену ебанутую, типа, и в пизду, короче, я проеду на велике. Или вызвать такси. Ебать, там, короче, полицейские, везде камеры по городу, походу, у них. И они все видят, блин, круто. Почему Дискас ушел из чата, блядь? Он написал, я хотел предложить Дискасу прикольную идею, короче. У меня есть идея, я буду хакером. У меня будет возможность взламывать камеры и машины. И людей тоже взламывать могу. Дубинкой. Имба. Не, на самом деле это рофл у Фокс, который раньше у меня сидел в чатике. Он же был хакером, когда РП было. Я ушел, а он хакером был. Я немножко порофлил с этих ролей. И я, кстати, не, это же ванил, типа, что за хуйня, что за хакеры, блядь, о чем вы? Вызывай Сару, хоть можно будет поржать. Ты сейчас видел, что Сара приедет? Ну давай вызовем кого-нибудь, хорошо, давай. Смартфон, городские сервисы, вызов такси, нужно такси, не, я ничего не буду писать. Прими свой же вызов, я что, долбоеб? Так у тебя был ее номер? Был, но... Она не приехала вчера. Мы договаривались, что она приедет в мотель и... Она не приехала. Бля, неужели... О, вызов принят, 3 километра. А я пока буду делать трюки и фичи. Я хочу по перилам проехать этим, блядь. Оп! Ебать, реально этот MC или как там они называются, которые на великах BMX, ебать, я BMX. Я тупо BMX-а. BMX-а! Минус 5к за такси, да в пизду, я достану, блядь, свой топор и разрублю себе голову, нежели платить. Бля, ну мой персонаж-то не знает ганговор, ты понимаешь это, типа? Я же не буду это знать. Ай, блядь. Вот видишь, ты меня отвлек, я упал, надеюсь, тебе стыдно. До города меньше километра. До города 7, блядь, километров еще. Я устал. Полежу, отдохну. Кто взял, принял мой заказ и до сих пор едет, интересно. 3 километра, это же хуйня на машине. Ты че, это не мета... Да, ты говорил это как Диме, да. Ебать, вот этот трюк был неплохой сейчас. BMX! Нихуя! Оп! Блин, может по РП мне стать бумиксером? Типа, у меня очень хорошо получается, даже варенье какое-то вылилось. Че, умрешь тут? Блять, я даже скорость не набираю, от чего мне умирять? Мрять! Мря! Мря! Ой, блять! Ой, блять! Нормас, я на велике! Хопа, мне не страшно, нихуя. Бля, надо вернуться, а то такси сейчас приедет. А как? Минус такси-то, господи, блять. Да, хп я потерял.
У меня есть идея. Бля, мне бы напарника, который бы смотрел в машины там. Ой, блядь! Осторожно, осторожно, осторожно. Осторожно, осторожно, блядь. Осторожно. Блин, капслок, оказывается, если нажимать даже без других кнопок, он все равно, блядь, едет. Я это не знал. Надо велосипед свой. Блин, иди такси. Типа, что за таксист принял и не поехал? Сука, стой, стой. За мной, наверное, никто не приедет. Мотоцикл лежит впереди. Ё-моё, наверное, водитель потерялся. Может, ключи остались внутри? В зажигании? Нет, не остались, чёрт. Блин, ну, по-моему, вот этот вот план мой, да, довольно гениален, чтобы я спрыгнул на машину и пропутешествовал. Водителю он уже не пригодится, я тоже так думаю. Блин, такси никто не едет. Сообщение, контакты. Городский сервис, такси. Прикольно. О, таксист принял вызов. Ой, бля! Ну, знаете, довольно реалистично. Тоже многие велосипедисты думают, что они... многие таксисты считают, что они неуязвимы. Я на своем примере показываю, что... Ой, таксисты, господи, велосипедисты, простите. Велосипедисты. И вот я показываю своим примером, что, типа, велосипед — это очень опасно. Пожалуйста. Блять, почему он такого не удержает? И он мне сигналит, типа, ты что, долбоеб, я умер, блять. Вызови скорую. Это приедет сейчас такси с люстрой и довезет до города. Какой, блядь, люстрой? Вообще, это он, блядь, не смотрит по сторонам. Я еду по центру, он на меня выехал. Ну, даже если я прав, я вот здесь лежу. Такси! Такси! А как говорите voice... ой, что это такое? А как говорите в... Блять, забыл. Нет, не voice. Как делать голос тише, громче, крик? Никто не помнит? Или такое здесь нельзя? Или это только в армии так? Смотрите, блядь, там меня сбил этот дед, блядь. И он, сука, сигналит мне. Мрез. Вроде можно, да?
А почему он не уезжает? Почему он стоит здесь? И где такси моя? Почему таксист даже не поинтересуется, блядь, где его клиент? Голосовыми связками, понимаешь? Тебя все равно будет слышно на большое расстояние, даже если ты шепчешь. Пробку сделал, да. Из сущих грузовых машин. Так я твой таксист понял. На ПРП не будет слышно, если ты шепчешь. Да господи, все они услышат, и, блять, у них камеры в HD там, блять, тоже. Даже если это по переулке было. Шубер, блин, прибыл. Такой себе Убер. Блять, нахуй я под машину, блять, попал вообще. Ну, блять, я не специально под эту хуйню залез, очевидно. Типа, это случайно, блять, это пиздец. О, ну ехал. О, это такси, походу. Балабол. Балаболка. Как же она заебалась. Балаболка, ты как? Балаболка. Нормально, такси жду. А-а-а. Ну давай подождем. Ты как себя чувствуешь? Да так. Скорая может? Да было бы неплохо. Но успеют ли они? Мне кажется, мне очень плохо. А еще мне плохо, потому что у меня украли машину, и мы вчера приехали на птицефабрику, и ты обманула. Знаешь, у меня вчера самой было не особо хорошо. Тот мужчина наехал на меня и стоял 5 минут, пока она не подъехала. Он сигналил мне и говорил, уходи. У вас спина белая. Попался. Ну ты хорош, ты хорош. Давай я тебя оттащу. Да, не, давай. Давай. Подложить курточку. Давай, мне понравилось, да, с того раза. Это она же? Да. Да. Господи, времени осталось совсем мало. Я хотел попасть в город, у меня угнали машину. Я угнал поэтому велосипед у школьников. Я решил, что было бы не... Ой, ё-моё. Вот они так развлекаются. Так вот, я решил, что путешествовать на велосипеде очень увлекательно, но было бы проще запрыгнуть кому-нибудь на грузовик. Это не лучшая идея. Скоро. Думаешь? Но у меня не получилось, поэтому я поехал просто сам. Ай, блядь, не по голове. Я не могу, мужик, уйти. Дружище, может, ты все-таки отъедешь? Уйди, они ебанутые. Ой, блядь, пизда.
Не-не, все, прости, прости. Ебать, сейчас собьют еще идиот. В этом мужик задний ход дает. Ну, он залез обратно. Куда она делась? А. Что-то сегодня рано, не буду. Да пиздец рано в 10 вечера, да, подрубала. Мужик, тебе нужно отъехать. Слышишь? Мне осталось... Мне кажется, мне очень плохо. Мне не кажется, медики не успеют. Один свеч? Нихуя себе. Понял. А ты откуда, Санек? Эй, балабол! Балабол, балаболь! Балабол! Что ты ебал с ним балаболом? Балабол? Дай мне умереть, блядь! Нажимай, будешь лежать сколько угодно. Душно. Да блин, я не знаю, вчера... А как про... Я не умею писать. Я не знаю, там через звездочку что-то такое. Я сейчас напишу, блядь, в общий чат и... Я вырубился и врубился. А, блядь. Балабол. Сама ты балабол, вот отстанет меня. Вот дай мне спокойно умереть. Нет, нет, нельзя тебе умирать. Звездочка перед сообщением, а в конце сообщения тоже надо? Ты перестань же своим балаболом, я тебе вчера ебало готов был набить. А сегодня? Тоже готов. Только у меня не в состоянии сейчас. Я лежу и я смотрю на землю. Я тоже себя не особо хорошо чувствую. В конце... Ну, я пока не нажимаю, но я не знаю, где медики. Ты уверен, что медики приедут, потому что мне настолько плохо, что я бы уже закрыл глаза в последний раз. Нет, последний раз не надо. Он предпоследний еще может. Предпоследний? Они приедут. Я надеюсь. Что? Они приедут, говорю. Они приедут? Точно приедут. Да, да. Точно. Уже едут, да. Уже сирены слышу. Слышишь? Нет. Ну, у меня в ухе колесо КамАЗа. Дали, да. Ну, она сказала, что вызвала. Ни хрена, какой огромный паук ползет по стене у Динки. Привет, чат. Ненавижу пауков. А, нет, это всего лишь байт. Фред, спасибо, что ты с месяцев. Ух, опять повелся. Ну вы... Эй. Что? Никто не едет, я не слышу сирены. Мне кажется, мои глаза закрываются. Едут. Скр-скр. Приехали. Ё-моё, какая модная машина. Все хорошо. Ты держись. За что? Ему очень плохо, на него в автомобиль наехал. И стоит до сих пор на нем. Да я так поскользнулся. Пожалуйста. Же это не буду резать. Так, могу встать тебе? Помогите. Как себя чувствуешь? Замечательно, не считая колеса на моей голове. Сэр, она у вас на ноге была.
Да, мне было так больно, как будто на голове. Ой-ой-ой, аккуратно. Сумасшедший. В порядке, меня немножко задело. Все хорошо. Боже. Боже. Что происходит? Что это было? Ну вот здесь очень опасно находиться. Давайте это. А, мне очень плохо. Я вас несу, сэр. Давайте я... Я очень тяжелый, мне кажется, одни... Да-да-да, вам нужна помощь. Да. Сэр, да, да. Я могу спокойно принести до 70 килограмм. А я 79. 83. И что теперь? Да, господи, какая разница? Едем. Большая, 13 килограмм. Сэр, лучше беспокойтесь сейчас о своем здоровье. Хорошо. Дует, блять. Че дует? Каждый раз ору с вас, я вас несу. Блин, я видел, кстати, на каком-то сервере американском. Там реально можно было закидывать на плечи и носить, как в армии. Я не знаю, здесь, наверное, так нельзя пока. Да, надо спросить детей. Сначала я сказал 79, потом сказал 80... Сколько? 2? Бля! С мигалками, естественно, типа, блядь, меня переехала машина. Несколько раз разных. 83 потом, да, вот именно, я сказал потом. Бесплатное такси! Еще и РП, да? Нет такси, тогда сам найду себе такси. На Русь Роков тоже есть, но тут нету. Блин, а почему, интересно? Тут можно багажник запихивать людей и... Да? Такси с мигалками, вот именно. Ух, ё-моё, какая камера. Сейчас, смотрите, пока меня везут. Сэр, а можно поинтересоваться вообще, как, что произошло? Да, я проснулся, у меня машину угнали. Ну, я-то как бы не пальцем деланный, я угнал у школьников велосипед и поехал в город. Пока я ехал, решил вызвать такси. Думаю, небезопасно все-таки на велосипеде по такой дороге ехать. И я вот еду к обочине, и тут... Выскакивает грузовик, у него глаза были красные-красные, жуткие, короче, как вампира, но я испугался, кричу ему, что ты делаешь, он на меня наехал, начал, короче, ездить по мне и сломал, мне кажется, вроде ничего. Вроде ничего, но ну да, да, я очень живучий, надо меня посмотреть будет. Да? Прием, как слышно, ребят? Я очень гибкий, знаете ли. Нет, вам не кажется. Сверху. Я действительно сейчас могу, ну то есть я не вру. Повезу. Примите его. У него, возможно, перелом, и точно не скажу. В общем, полностью осмотрите его на да. Присутствие каких-либо травм, и все. Гибкий нет. Чат понял, пипега. Пипега! Блин, я, кстати, хотел добавить чат. Вот сюда вот, в угол. Все, чат, вы на Ютубе, можете привет Ютубу сказать. Ё-моё, еще и к моей машине. А где моя машина? Подождите, здесь должна быть. А где моя машина?
Достань сразу эту парашу достань, на которой катать, достань. О, вот, моя. Что происходит? Что? Знакомый. А, мне так больно. А. Давайте, выходите. Угу. И на колясочку прям сразу на этот. Ага. Давай, кидай его, кидай, погнали. Стоп, давай. Дурак, как ты бегаешь, что у тебя все сломанные ногой. А, да, пиздец, костыль, больно. Я тут думаю, что мне по ноге бьет. Серьёзно, сюда, куда? Осмотр-то надо ему сделать, нет? Вы зачем меня скинули? Да вы скинули меня. Оливер, положи его обратно. Давай. Я не слазил, я упал. Ой, все, да как, зачем вы слазили-то? Вы думаете, я сумасшедший слазить сам? Ну мало ли, она довольно скользкая коляска. Так, давай, перекатывайся. Точно так же перекатывайся. Чё-то не хочу. Ну, привстань и... Ну, как... Сейчас, подожди, я сам смогу. О! Так, всё, давай, попробуй перекатить. Так, давай мне, давай, я докачу её. Не, по-другому. Сэмироули. Так, давай аккуратно тебя вот так положу. О, во. Я просто скатился, здесь очень скользко. Это да, я смазывал просто. Так, спасибо. Давай проверим, что у тебя. Что случилось вообще, сам рассказывай. Машина сбила. Да, я еду на велосипеде, думаю, отъеду от машин, а грузовик опасный едет, короче, насмехается над велосипедистами. Ну и сбил меня. Ну, так, обычная ситуация. Сейчас посмотрим, что у тебя. Привет, Маурицио, зашла по Димку засыпать. Блин. Это хорошо, что под меня засыпают? Я скучный? Нет, но... Мне же это хуй знает, что вижу тут. Придется рентген делать. Сейчас посмотрим. Не, нормас. Нормас. Да вроде нормально, мне просто ёбнулись велосипеды. Ну, в принципе, все понятно. Так, сэр, давайте. Вам чинится вообще жалко? С овощей? Причем здесь овощи? А? Причем здесь овощи? Да, я не про овощи, а про джинсы. А, вещи. Не жалко. У меня таких много в магазине. Я разрежу. Валик, помочь. Ё-моё, давай. Шо, вдвоем его будет? Ну да. Вдвоем резать меня? Можно. Ну, конечно. Так, давай, я тебе джинсы сейчас так вот раздену. Сниму с тебя, разрежу. Да где мои штаны тут? Снимай полностью. Вот так вот, молодец. Ё-моё, это мои пятничные трусы, а сегодня понедельник. Да? Ё-моё. А какие пятничные вторникам? С 1 апреля. О, сэр, у вас спина белая. Больными нельзя шутить. Ты принеси, пожалуйста, бинты, я ему пока поработаю. Только ушиб и растяжение. Да? Что, серьезно? Ну. На, бинты. Коленная чашечка еще выпала тут. На это похуй, как бы, ходить смог. Какие доктора профессиональные. Нормально. Все хорошо. Так, ну, Валик. Валик, сейчас маской помажу. Валик. Ты за что там его трогаешь? Чего ему щекот? Не знаю. Экута, 50. Валик. Что? Димас, ты охуенен? Д, ссылка. Прав? Врачи ебанулись. Это я с девочкой сегодня завис. А что за ссылка, Никитон? Нифига. Я чуть позже гляну. Спасибо большое за поддержку. Так, все, давай. Спасибо, я, короче, маской все сделал. Давай, забинтовывай. Давай. Забинтовывай. Можно ему одну джинсину обратно найти?
Сэр, вам нужен с собой один джин? Сэр, у вас да. есть какой-нибудь комплект одежды? Нет. Да, так, я не стесняюсь. Да. Ну, я могу вам дать что-нибудь, например. Например, ничего. Отлично, мне это подойдет. Местная медицина самая лучшая. Да, бесплатная. Она ведь бесплатная? Не знаю, вы есть в базе, да? А у вас страховка есть? Да, 100% есть, я же в коме был. Ну точно. Ну точно. Это просрочено. А, стоп. А, да? Нет? А? Стоп, что? Стоп, просто... Ё-моё! Смотри, сейчас фиг сделаю. Опа, все. Да, все, молодой, готов. Пробуй встать, нормально? Нормально. Оп, сразу на йогу. Оп, поза лотос. Палочку бы ему дал бы, не знаю. Да какую палочку? На. У него это, растяжение-то, лодыжка. Так у него коленная чашечка забыла, что ли? Да у меня с детства с коленной чашечкой нормально, она постоянно выпадает, главное ее не потерять. Пьяная, а почему искренне пьяная? Идёте, такой раз, и коленной чашечки нету. Ну все, пойдем. Один О-о-о. Хромой, другой на костыле. Да. Да, конечно. Чё-то какие кеды, кстати. Спасибо. Хорошо, что их не пришлось резать. Не, ну можем вернуться, в принципе. Да не. Никитон, спасибо. Экута, 30. А я сам хуй знает, что за ссылка появилась. Так, ничего давай документы. Не добавлял. Спасибо большое, ссылка хуй знает, лол, я потом гляну. Ага. Это хромаю я, написано хромой. Рекламка зачем? Чё мешает? Там мои документы, показать документы, попросить документы. Там ничего такого нет. Ну что, как вам моя фотография? Ну, Валик, ну ты, нет, Валик, ты, конечно, профессионал. Всё, знаешь, готово. Ё-моё. Да. Вы действительно профессионал своего дела. Я и не сомневался. Конечно. Увидел вообще моё лицо? Да вы точно профессионал. Угу. Лицо ты еще меня в деле не видел. Профессионал, который таблетку да, задрывал, он путает. Да, так я дырол вчера схал, был нормально. Скоро видишь, что-то быть там отсутствует. Кстати, тогда что-то нет, нет. А я вообще не знаю, что это. Как бы сыр. Ха-ха, что? Наркот... А где купить? О, после смены. Хорошо, я... Ну да, конечно, я после смены, я думал, подработку. Да, да, я этого не говорил, сэр. Я тоже. Тоже ничего не говорил. Впервые слышу, о чем вы. Какие тихие-то, ребят, просто ужас. О чем вы говорите? Впервые слышу. Я вообще впервые вижу этого человека. О, сэр, здрасте, а вы кто? Посетитель. Мне надо проверить свою страховку. Я должен был, может, что-то, не знаю. Оливер, проверь, пожалуйста. Я что-то, у меня проблемы кое-какие еще. Да, проверьте меня, пожалуйста, вы вроде знакомые. Какое? Меня зовут Пабло. Пабло. Эскобара? Носкобар. А, Носкобар. Да, не путайте, пожалуйста. Ну, Пабло Эскобар был великим... А да. Можно мне выписать таблетки? Я не знаю, это было бы очень здорово. Ой, точно, таблетки. Это да, мне болит был. Все. Я бы дал Нолан какую. Вы можете дать мне Папа тоже. Папа Олег зарплату получить не хочет? Я хочу получить за него. Таблетки сам, дай. Давай. Дай, пожалуйста. У вас зарплата таблетками? Нет. Раз через раз. Когда надо, беру таблетки. Спасибо большое. А мне хватит? Да, должно. Ни хера привалил. Вы очень смелая, спасибо, что спасли мне жизнь. Она бросилась еще раз... под машину, чтобы показать, Папа, какая точно, она смелая. Да, мы вам все такие.
Она пыталась меня впечатлить, действительно, было впечатлительно. К сожалению, нету страховки у вас. А вы когда прилетели в штат? Очень давным-давно, потом я в кому впал. Когда просто... Очень давно, когда вот... я вот не помню. В смысле? Не помню, когда вы просто... Так, проснулся я недавно, пару дней назад. А, ну тогда все как бы. Когда... Льготная неделя. О, льготная неделя, это я обожаю, да. Да, я вам говорил. Расскажите, сколько стоит страховка и... Вы очень смелая. Смотри. Вы просто геройски прыгнули под машину, чтобы впечатлить меня. И у вас это получилось. Ты прыгала под машину? Ай, нет. Не то, что вы прыгала, да там такая ситуация. Спасибо. Да точно, чтобы впечатлить меня, я сразу понял. Так, что там по страховке? Расскажите, пожалуйста, доктор. Ладно, хорошо. Так, смотрите, у нас есть система страховок. В нашем случае обязательно система страховок. Значит, в чем она заключается? Вы покупаете страховку, к примеру, самую дешевую, за 2500. Она, как бы, покрывает полностью ваши мелкие повреждения и часть, то есть 25% от... тяжелых каких-то повреждений, то есть, например, открытые переломы, там, все такое. И есть дорогая страховка, которая покрывает 100% тяжелых повреждений. Она уже стоит 17 500, но есть и промежуточные. Она уже подешевле стоит. Да? В смысле, когда? Почему так дорого? А, мы об этом еще беседовали до введения новой базы данных. Да? Видимо, я... Так, а дешевая сколько? 18 тысяч у меня точно нет. Дешевый также 2500. 2500. А как долго льготная неделя? Смотрите. Неделю? Да, льготная неделя неделю. Я больше постараюсь не попадать в больницу. Есть минимальный план страхования, который стоит 2500. Есть, который покрывает 20% от серьезных травм. То есть, допустим, если у вас будут серьезные травмы, открытые переломы, может быть, сквозные пулевые ранения и так далее, то... Оно покроет только 20% от стоимости вашего лечения. Дальше идет бронзовый план, который вы дополняете свой минимальный базовый план. Он уже стоит дополнительно 2000, то есть уже 4500. Итак, серебряный, золотой и платиновый. Самый дорогой. У нас идет доплата... Блин, так дорого. 14 тысяч, то есть в итоге 16 500 получается с доплатой. А она как долго? А, месяц 30 дней. Ё-моё. Ну я вот... Берите за 2500. Да. Минимального плана в данный момент в принципе хватает. Но у меня пока льготные, я как бы буду пользоваться, да, льготные. У меня есть права, я просто... теперь про них знаю. Я просто вам объясняю. Хорошо, что мне про них сказали, спасибо. А как вас зовут? Всех докторов. Я хоть буду знать, кто спас меня. Оливер Лонг. Я. Эй, Валик, пошли, короче. Мелинда Фонтейн, я психолог-психотерапевт. А, психолог. Меня а. Можешь называть просто Валик. Валик, класс, ты мне понравился. Ну, Джордан Валик, хирург. А меня Пабло зовут, спасибо, приятно. Спасли мне жизнь, приятно познакомиться. А девушка, которая тоже вам спасла жизнь, вон та рыжая, ее зовут Сэмми Сью, она патологоанатом. Спасибо. Я уже забыл их имена. Спасибо, что спасли мне жизнь, это замечательно. А еще и дали таблеток. Ну, я это... могу идти? Да, конечно. Конечно. Спасибо огромнейшее, я пойду. А, да. До свидания. До свидания. Интересно. Где моя машина? А, кстати, заодно можешь мне спасибо сказать. Да, спасибо. А где машина моя? Ну, не так уж холоднокровно. Видимо, нужно полицейский участок съездить, чтобы посмотреть. Ё-моё. Но а ты везёшь меня? Давай сначала заедем за штанами тебе. А, блин, точно я уже забыл, что у меня их нет. Как тебе мои трусы? Пятничные. Ну, мне пришлось, ну, докторам пришлось их порезать, чтобы достать. А что у тебя
задница не болит? Нет. Ну тогда садись. Сажусь. Задница я ничего не делал, не волнуйся. Хозяйство дышит. Держись крепче. Сверху еще одна машина? Сверху? Почему сверху? Она снизу была. Она была на верхней на нижней парковке. Разве? Что ты взял, Таташа? Новый трейлер. А, ты за новый говоришь, я за старый. Мне надо мой... Понимаешь, в новом трейлере два места, блядь. Ну никак в нем нормально не поездить. Типа два человека садится в огромный, блядь, трейлер. Ну пиздец. Типа я понимаю, что это GTA задуман, но... Я по РПШ, типа, заебусь. Ноги. Куртка, шапки, очки. А где... Ноги это, получается... Все-таки ноги это ноги. А, блядь, подождите. Господи. Ой, блядь, оно осталось. Блядь. Я не помню, какие у меня штаны были. Ебать. Тупо Golden Boy. Ебать, тупо золото. Биткоины. Ебать, биткоины и рубли. У меня нет комплекта. Комплект снимается. Ой, ебать. Время новые штаны себе найти. Ебать, смотрите. Тупо сверху как бы и снизу у меня камуфляж. Ё-моё, увидели, что я видел? Блять, я опять скипнул их. Блин, а вот эти тоже неплохо. Розовые. Я не нашел свои штаны. Похоже, уже закончились. Ну, тебе эти не очень идут. Почему? Ну, они прям не в тему. Ну, ё-моё, а вроде... Розовые. Розовая, говоришь? Да. Ё-моё, смотри. Ну, прям в тему. Так, ну, теперь в тему. Всё. Ну, как чувствуешь себя? Балабол. Я тебя просил уже 10 раз. Перестань меня так называть. Прыгай. Не могу. Шлем надень. Ё-моё, сколько у тебя здесь шлемов? А как оно тут чёрное было? Разные. Ну не знаю, хотя полиция тебя сможет сама довезти. Хорошо, ожидаем. Довезти? Да, до машины. Окей. Ой, Ким, пошли со мной быстро. Хорошо. Такси будет нужно звонить. Да. Спасибо. А ты Сань, куда? Ты мне все еще должен теперь. Я на смену выйти. Должен тебе? Да, да. За что? То, что приехала. Мне спасибо. Ну ты мне. Ну блин, за такие. Скажи. Спасибо тебе большое, конечно. Все. Или у тебя. Я думал, у тебя все в деньгах исчисляется. Меня Пабло зовут, да. Хорошо было бы. Конечно, охуенно. Сейчас, секундочку, я его позову, подожди.
Так, какая у меня машина, блин? Вот она, блин. 8-9. Я не могу вспомнить, какая из этих машин та. Двадцать восемь? Да, правильно? Понял. Добавить бирку. Домик. Моди. Зайду на 5 секунд к Тёрнеру. Пойдём. Пошли. Он ему дёрнет? Круто, приехал к полиции, они там что-то подергать пошли, и все, вот. А, не, у меня есть комплект одежды, мой стиль. Ебать, лол, че? А куда те штаны делись тогда? Лёль. Поэтому люди и машины. Пиздец, блядь, откуда у всех столько может денег? Посмотри, там, блядь, хаммеры какие-то, блядь, прокачанные. Ё-моё. Кого здесь убить, чтобы мне дали столько денег? Это, извините. Да. Извиняю. Тут мужика в шлеме не пробегало? Я не знаю, нет, не видел. В шлеме мотоциклист, что ли? Да, 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 да. Ну вот его мотоцикл стоит. С рюкзаком? Сумкой? Да, да. Но он да. В участок забежал. Блин. Ладно, спасибо. Пожалуйста. Это, вот, в знак признательности. Наслаждайтесь. Спасибо. Сахар. Коробки сахара. Можно узнать? Да, слушай, к вам прибегал мужчина в мотоциклетном шлеме и с рюкзаком. Да. Сбежал. Бля, и комп это, сука, ты видел, блядь? Это пиздец, и что мне делать, блядь? Надо... Он скажет, ой, а давайте я вас обыщу. Он же видел, что он мне отдавал. Где ж-то, блядь, тебе машину найти, я бы спрятал. А, похуй, хотя у меня два, блядь, а второй тоже есть под вашим, блядь? Я подумал, извините, сэр. Да-да-да. Вас не интересует это, самогон? А сколько? Ну, у меня 1000 литров есть. Ебать. Да, я так особо не пью в таких количествах. Ну, мало ли, угостить кто-то... Это да, я понял, это сейчас я к вам подойду. Извините, пожалуйста. Сейчас. Да, нет, не мне. Да, я сейчас подумаю, но я не знаю насчет самогона, я особо не пью, я больше, ну, если понимаешь, более по другим вещам, как бы, тягачусь. Так и начните с самогона, вы удивитесь просто. 100 литров купите для начала. 100, а сколько 100 литров стоит? А сколько дадите? Я не знаю, у меня мало денег, да и хранить его негде. Мне машину найти свою, чтобы было где поставить. Давай сначала машину тогда свою, может, найду для начала. Ага. Я не думаю, что с собой 100 литров смогу унести. А вы где-то потеряли машину? Да, поставил на парковке у мотеля, проснулся, машины нет. А, так вы это, к полицейским зашли? Да, вот, да, полицейских нет, вот ждал. А вас подвезти, если что? Ну, сначала машину бы найти, а потом подвезти, ну, хорошо бы. Там, а вы как, где работаете? Да я, вот, мое место работы, это самогон. Я понял. А как вас зовут? Дик. Дик, какое у вас короткое имя? Да.
А я могу записать номер, и если что... Я не знаю, если мне просто в прошлый раз полицейские отвозили к машине, если они захотят, то я как бы, конечно же, тоже не откажусь от помощи. Но если да, не подвезут, и вам самогон понадобится, или что-нибудь одно, то... Вы хорошо, давайте, скажите, проси. 5-5-8-9-2-9-2. Дик. А может, это 5-8-9? 5-8-9... 292. Дик. Дик самогон. И у меня еще есть много сахара, чтобы вы знали. Очень я много. Я понял. Сахара. Вот это хорошо. Я запишу, я буду помнить. Mm-hmm. Я Пабло. Mm-hmm. Я тебе сброшу смс-ку. До свидания. Сейчас, пойдем. Где он? А куда полицейский делся? Господин полицейский, а можно мне обратиться к вам за помощью? У меня машину угнали. Пойдемте. Документ ваши ключи от этой машины, я сажу, может, господин скрест. Ключи вам тоже дать или продиктовать? Да, да. Сейчас, секундочку. Пойдем сюда, что? Дай мне показать. Ты где? Понял. Бля, я заебался, пока найду все это. Там на колесах. Так, мне сменить. Так, вроде должен быть этот. Сейчас, секундочку. Блин, где Краймер? Куда Краймер делся? Блять. Как? Что вы этого не слышали? Так. Угу. Сейчас... Мотик, я в прошлый раз... Надо узнать номер этого. Моего нового дома на колесах, чтобы записать на бирке, чтобы понимать, какой из них кто. И потом еще раз попросить мотоцикл также. Сейчас. А, сэр, вашу машину не угнали, она, кажется, попала в знак, не вырезали магнитную бурь. Понял. Ну, я так и думал, что на севере магнитные бури у мотеля. Мотель за $250. Ну, вот о чем я думал. Держите ваши документы, вы можете быть свободны, если вам сэр, машина Себастьян, нужна. Можно а где машину искать мне, мою? Нигде, сэр, я же вам сказал. Или попытайтесь в мэрию на этот счет. Ничего не понял. Я слышу вас. Вам надо, наверное, на том же месте ее посмотреть, только обратиться еще к мэрии. Вот. Угу. Они там это помогают с этим. Я понял. А как вас к ней обратиться? Это туда ехать? Ну, было бы здорово. Ну, давайте, мне не на чем. Попробуем. Да. Сахар. Только вы это не расстраивайте сильно. А то тут. Выбросить, передать. А тут, ну, знаете, столько дорогих машин, как бы, а потом садишься вот в это. Я понял. Какая у тебя крутая тачка. Главное, затонировано, а, сэр. Я думал, у тебя желтый велосипед. Ну ладно, тоже можно. Не, желтый велосипед я украл. О, я тоже сегодня воровал велосипеды, поэтому меня сбили. А, да. Ну там много их вообще в гетто. Так куда вас вести-то? Ну я не знаю, ты сказал в мэрию. Не, я сказал к мэрии обратиться. Обратиться, а как найти того, к кому обратиться? Может быть... Официальная почта мэрии, там, например,
У меня твиттер есть. Или не туда, не стоит писать. Я понял, ну ладно, тогда у меня запрос. Да, лучше запрос. Да я понял, что админ, но я не знаю, где как искать их. Машину, да, магнитные бури. Мы можем заехать в мэрию. Слушай, а мы можем подъехать к больнице? У меня вот есть идея еще. У меня там вторая машина должна быть, я все вспомнил. А, в смысле вниз или куда? Слушай, а можем здесь выйти на лифте подняться? Я не помню, вниз как-то можно. Подняться? Опуститься. Не-не-не-не, на парковку. Сейчас, сейчас. Теперь вы понимаете, почему я покупаю мини-куперы? Чтобы их часто ремонтировать? Так я же механик по профессии. Механик? Да. Опа. Слушай, а что... У меня вот еще один вопрос сначала. А что делать с сахаром этим, блядь? Есть. Что-то не очень хочется его есть. Просто так, натощак. Вы можете размешать его с чаем. Куда ехать-то? Это все, мы приехали. Подожди секунду. Ага. Да вот, у меня тут еще одна машина. Так, у меня голод. А у меня есть что кушать, да? Ничего себе у вас машина-то. Да, но то, которую потерял я, намного круче. Слушай, она открыта была, оказывается, всю ночь. Ого. Да. Такие дела. А как? Инвентарь, багажник положить. Что мне надо положить? Ё-моё. Так, слушай, ты механик, правильно? Да. У тебя есть отмычки? Ну, ну да, есть. Я хочу, чтобы ты меня научил взламывать машины и продал мне отмычки. Я тебе хорошо заплачу. Ну, конечно, хорошо подразумевается для меня, потому что у меня не очень много денег, поэтому хорошо заплачу. Подразумевает пару тысяч. Алло?